Внимание! Доступна услуга заказа объявлений на телеканал ОРТ через интернет на сайте ort-tv.ru. Бесплатные юридические консультации. Телефон 95 95 95. Безопасное обращение с оружием. Звонить по телефону 58 27 25. Швейный цех «Холти» приглашает швей с опытом и без, а также приглашает к сотрудничеству ателье для частичного пошива изделий. Обращаться по телефону 8 961 911 35 44. Сервисная компания по оказанию геофизических услуг производит набор сотрудников. Звонить с 8 до 17 часов по телефону 37 28 90. Компании «Оренбург Реалстрой» требуются водители самосвала, токари, диспетчер, машинисты автогрейдера, бульдозера на вахтовый метод, а также требуются водители автобуса на межгород. Звонить по телефонам 3200-07-3200-67. Требуются слесари-сантехники, уборщицы, дворники. Телефон 43-80-38. В строительную организацию требуются водители категории Б, С, Е, панели ВОЗ, машинисты автокрана. Телефон 427-888. Требуются автомойщики. Зарплата 50%. Телефон 61-40-02. Срочно требуются на работу вахтовым методом операторы и слесари котельной установки. Зарплата до 100 тысяч рублей. Телефон 8 982 136 98 07. Требуются лепщицы. Обращаться улица Зиновьева, 67. Телефон 28 49 61. На завод крупнопанельного домостроения требуются сварщики, формовщики железобетонных изделий и конструкций. Можно без опыта работы. Телефон 23-01-61. Требуется посудомойщица. Телефон 8-922-817-35-92. Требуются водители автобусов на развозку персонала, а также водители грузовых автомобилей. Звонить 66 88 33. В управляющую компанию требуются слесари-сантехники, дворники, уборщики, мастер по сантехнике, по благоустройству, подсобные рабочие, кладовщик. Телефон 8 986 799 15 65. Требуются охранники. Телефон 25 94 93. Требуется автомойщик-администратор, поселок Степной, телефон 26 8303. Требуется слесарь-монтажник, зарплата от 30 тысяч рублей, телефон 21 33 86. Требуется водитель на автомобиль КАМАЗ с прицепом, звонить по телефону 8 961 947 79 20. Требуются повара, работники кухни, грузчики. Телефон 48-00-04. Компании «Приоритет Плюс» для развозки персонала требуется водитель категории БД с опытом работы от 5 лет. Сменный график, оплата от 25 тысяч рублей. Полный соцпакет. Телефон 8-932-540-00-02. Требуются лепщицы. Звонить по телефону 8 922 547 40 31. Требуются охранники. Обращаться по телефону 60 78 99. Требуется грузчик-сортировщик. Оплата ежедневно. Телефон 96 36 16. Требуется водитель на бензовоз. Звонить 45 73 78. Требуется уборщица в автосалон. Телефон 917-770. В ресторан на постоянную работу требуются повара, посудница-уборщица, официанты. Телефон 97-09-21.
В Оренбургстат требуется заведующий хозяйством с опытом работы по федеральному закону номер 44. Трудоустройство по Трудовому кодексу. Соцпакет. Звонить в рабочее время по телефону 72 73 38. Телерадиокомпания приглашает на работу режиссера монтажа с опытом работы и менеджера по рекламе. Звонить в рабочее время по телефону 31 74 51. Резюме отправлять на электронный адрес casting@media56.ru. Внимание! Видеоблокнот теперь и на общественном телевидении России. Ищешь работу? Включай телеканал ОТР. Утром и вечером актуальные вакансии от прямых работодателей в видеоблокноте. Информация обновляется ежедневно. Подробности по телефону в Оренбурге 31 24 00.